Я на государственной службе суммарно 8 лет. 2 года в Петербурге и 6 лет в Москве. За эти годы у меня была очень интересная работа. Я многому научился, но те средства, которые я заработал за свой предыдущий бизнес-опыт, в какой-то момент они заканчиваются, и я принял для себя решение что-то поменять в жизни, чтобы заработать самостоятельно. А чиновнику зачем вообще деньги нужны? У него же все бесплатно. Там, транспорт бесплатно, дача, машина, все бесплатно, можно же не тратить ничего. Мигалка, как от мигалки отвыкал? А мигалка замминистру не положена, да? Замаппарата положена. Замруководителя аппарата положена, да. Бесплатная только машина. Жилье, дом я все обеспечивал сам, я самостоятельно снимал и снимаю дачу. Есть семья, есть дети, они растут. Это уже второй чиновник, который отказался от дачи. Аркадий Владимирович Баларкович приходил в программу, тоже сказал, что дача меня не устроила, поэтому я решил ее не брать государственно. Приблизительно так же. Семья выбрала другое место, где нам было комфортно жить. Я на протяжении всего периода госслужбы самостоятельно оплачивал. То есть правильно ли я тебя услышал, что для того, чтобы быть чиновником и обеспечивать семью, нужно либо брать взятки, либо уходить в бизнес? Нет. Нет, просто жизненные потребности моей семьи, в силу предыдущего опыта моего жизни, они, наверное, выше, чем у среднестатистического человека. Вот эти мои высокие жизненные потребности зарплаты государственного служащего в какой-то момент я не смог обеспечить.